Специально для фанатов видео Макса. Да. Объявляется 7-дневный фото... Интенсивный ретрит. Пока вы там пишите буквы на клавишах, мы здесь фотографируем. Вы видите чудесный вид Черногории. Это вам не север России, не глубинка. Здесь тепло и на пляже бабы в бикини. Городок проезжаем, называется Пржино. Пржино, обыкновенный городок такой, ну, Пржино. То есть сгоревшее на русском. На русском сгоревшее. Пережаренное или сгоревшее, что-то такое. Ну, короче, Пржино. Свети Стефан. Да ты сейчас узнаешь. Кто такой Свети Стефан, скажите, пожалуйста. Сейчас смотри туда. Туда смотри. Свети Стефан. Вот этот островок сзади меня называется Свети Стефан. Вечером поедем, немножечко посмотрим на Будву, на всю эту бухту сверху. Также будет вид на Свети Стефан, на огни в городе. Будет зачетно. Повтори. Рекомендации иностранных туристов по поводу того, что в Черногории нет проституции. В Черногории нет проституции. Представляете, везде есть, а в Черногории нет. Да, значит, если вы увидите девушек, которые одеты как слац, ну, как девушки легкого поведения, то это не девушки. Это не девушки легкого поведения. Это обыкновенные туристки, да. Нет, с Украины, с России. Нет, тут любят одеваться вот так вот и вызываешь. А, это обыкновенные девушки? Да. Ага, понятно. Ну, просто они немножко выше ростом и шире в плечах. Такие большие. Местные девушки, они большие такие. Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. Борщ не готовят. Это путь на пляж. Видите, написано Плаза. Вообще очень круто быть на пляже. На пляжу. Неделю назад еще не было, говорит, ни одного человека на пляже. Сейчас уже люди купаются. Канализация бежит, да? Нет, это речка. Речка? Речка сходит, да. Сейчас мы хотим рассказать о фотографии в городе Петровац, Черногория. Да, тут есть один только козырный вид. Визитная карточка Петровацу. И все, и больше ничего. Ну и красивая, вот там находится. И красивая набережная. И красивая набережная, и в принципе, и все. Да, и все. Отсюда еще есть красивая дорога на Подгорицу, но, наверное, да, мы не сегодня. Если вы фотограф, не надо ехать в Петровац. Можно, если больше некуда ехать. Если больше некуда ехать, тогда только Петровац. Сегодня предлагают поехать за Подгорицу. Ну, под Подгорицей есть такое место. Вот та вот излучина, помнишь? Там, где река вот такую делает. Подкову такую. Не помню. Короче, блин, мы не туда пошли. В общем. Снимать в Петровац нечего. Сейчас посмотрим, что в Свети Стефане. Тут круто. Итак, 5 утра. 5 утра, суббота или воскресенье? Воскресенье сегодня? Воскресенье. 5 утра, воскресенье. У нас начинается тяжелая поездка в какой-то жабляк. Название страшное, но тем не менее привлекательное. Говорят, что там город холодно. В дурмитории. Город в дурмитории. Дурмитор — это такой парк, я не знаю. Но я думаю, это чем-то, это как-то связано с Гарри Поттером. Точно не уверен. Вот. В общем, 5 утра. Говорить больше нехер. Что это холодно? Холодно стало, что-то холодно очень еще. О, въезд в туннель. Арко.
Арбайтен, Арбайтен. Подъезжаем к дурмитору через жопу каменного великана. Жопа каменного великана, так это называется. Мы вообще приедем когда-нибудь? Едем, едем. Проехали. Сейчас подъезжаем к Никшичу, а от Никшича еще столько же. Попец каменного великана. Новое название для черногорских туннелей. Проехали по кишечнику каменного великана. Потому что надо снимать. Нет, не то. Пока вы там жмете на клавиши, мы здесь смотрим на красоту. Проехали Никшич. Это дальняя и самая маленькая из двух озер. Шикарные места, хочу вам сказать. Кукушка кукует. Какие-то виды, похожие на Нагорный Карабах. Что ты видишь? Туннель. Погода, отличное настроение и удачных нам фотоснимков. За окном идет град, короче. Реально просто жопа. Скажите что-нибудь. Да здесь срань творится. Срань творится. Срань. А сейчас мы въедем в 3-километровую попу дракона. Нет, это 169 метров. Это 169 метров, мы ошиблись, не та попа. А внимание, выезжаем из туннеля, дождя и града нет, асфальт сухой. Как вам? Нормально? Классно. Очередная... Это уже освещенный. Освещенный туннель в Черногории. Это нонсенс. Что тут у нас? Дожди. Мы видим горные вершины в снегу. О, 6 градусов. 6 градусов. Мы говорим спасибо Александру, который нас накормил капустой, семечками и с лимонным соком. Спасибо этому дому, что спрятал нас от града, и валим мы дальше. Вот такой видон здесь. Да, там... Снег! Вы видите снег. Желтый снег. О, вот это видочек. И это 9 мая. А какое сегодня число? 8. 8 мая. Никого на шашлыках. Где? Где эти люди, которые шашлыки жарят и пьют водку? Где они? У нас веселая трасса над обрывом.
вершине подгорочной гористой местности. А вон там вот. А вот там вот, Там была столица. Столица была Черногории. Назывался Жабляк. А теперь? А потом его нахрен затопило. Нахрен затопило. Это я. Для тех, кто не понимает русский язык. В каньоне реки Мртвица. Повторите, Мртвица. Мртвица. Я вам скажу, каньон ничем не отличается от Чернореченского каньона. Практически то же самое, только, возможно, тут чуть-чуть... Тут мосты круче. Почище водичка, и есть какие-то мосты, да. На этом, собственно, все. Вот и закончилось наше путешествие в Черногории. У вас есть что сказать? Закончились каникулы. Завтра жена сваливает на 4 дня. А я остаюсь. И Серега уваливает завтра в Украину. И он остается один. Я остаюсь один. С девятерма. С одиннадцати детьми. Наверное, будем купаться, загорать. Нихера не делать. До свидания.